Приветствую вас, друзья, из солнечного Гуа. С вами Ольга Носикова, практикующий психолог. И это видео я записала для того, чтобы поделиться с вами секретом, который позволяет мне оставаться в хорошем, позитивном настроении. Я надеюсь, что это видео будет вам тоже полезно. Итак, что же я обычно делаю? И делаю уже несколько лет. Ну, во-первых, перед тем, как встать с постели утром, я остаюсь в постели еще несколько минут для того, чтобы проделать следующую визуализацию. Я представляю, что из ног ко мне в тело поступает солнечный свет, такой белый, теплый, полный любви, радости, хорошего настроения. И этот поток начинает меня обволакивать, начиная с ног. И постепенно поднимается по ногам, по животу, по сердцу, заполняет голову и проходит через мою макушку. Это первый поток, земной поток. И я представляю также поток небесный, который спускается прямо из неба, проходит через мою макушку, поступает в сердце, в живот, в ноги и выходит через стопы ног в землю. Это уже восходящий поток. И вот эти два потока пересекаются в моем сердце. И когда они пересеклись, я почувствовала это состояние, почувствовала тепло, почувствовала прилив радости. Я представляю, что из моего сердца выходит тоже поток, и тоже белого солнечного света, и тоже наполненный любовью, хорошим настроением, радостью. И этот поток выходит из моего сердца и устремляется наружу, и устремляется вовне, в мир социума, в мир природы, в мир, который меня ждет сегодня утром, и я вот эту энергию ее начинаю из себя излучать. Затем у меня происходит следующее дыхание. Я начинаю дышать всем своим телом, дышать каждой клеточкой и наполнять той любовью, которая находится вокруг меня. Я представляю, что я вся нахожусь в белом потоке света, и этот свет вместе с моим дыханием входит в мою кожу, входит в мои глаза, входит в мое сердце, входит во всю в меня. И я просто наполнена этой любовью. Меня начинают переполнять хорошие, позитивные эмоции, хорошее настроение. И вот с этим настроением я поднимаюсь уже с кровати и иду заниматься своими делами. Может получиться так, что если вы начнете практиковать вот этот метод повышения своего настроения, он у вас вначале получится, но потом кто-то начинает испортить вам настроение. Ну, на самом деле, настроение мы сами портим себе, но, допустим, что-то пошло не так, ситуация поменялась, вы что-то неожиданно потеряли или как-то расстроились. Тогда в этой ситуации стоит вспомнить те переживания, те чувства, наполненные любовью и счастьем, которые вы пережили с утра, когда делали это упражнение. Вы просто кладете руки на ваше сердце и представляете, что вот эта любовь, которую вы накапливали утром, она начинает у вас расти и начинает вот, наполнять вначале ваше сердце, затем ваше все тело, затем эта любовь распространяется за рамки вашего тела, и вы находитесь в так называемом коконе любви. И побудьте в этом состоянии еще пару минут, просто постойте, как будто бы вы стоите под потоком душа, приятного такого теплого душа, но этот душ будет из света, из любви, из хорошего настроения, и тогда, поверьте мне, ваше настроение сразу же начнет повышаться. Сразу же у вас изменится какое-то, не изменится, конечно, сама ситуация, в которую вы попали, но изменится отношение к этой ситуации. Возможно, вы что-то углядели в этой ситуации негативное, но не увидели, что там есть какой-то толк, что-то, чему вы могли бы научиться. И когда мы учимся, ну, нельзя сказать, что это всегда плохо. Могут быть тяжелые уроки, да, какие-то тяжелые ситуации. Но вот эта медитация вам поможет проанализировать и что-то понять, получить озарение, что эта ситуация, она может нести что-то еще положительное. И у вас начнет меняться ваше настроение. Настроение ваше начнет расти. Я желаю вам успехов. Если у вас будут вопросы или если у вас будет желание поделиться вашими переживаниями по поводу этой медитации, вашими успехами после этой медитации, просьба писать мне на почту o.nosikova@mail.ru. Всего доброго! С вами была Ольга Носикова, практикующий психолог. Пока-пока!